5 стаков, сколько как? Арислин. А 7. Там типа первый кто-то все набирает, а потом как только спадает, можно забирать. Я сейчас я метки просто сейчас оставлю. Там по 7 и спадает. А там танк ты видосик смотрел? Смотрел, но я же не от танка, там нет. Ну понятно, но на огненной фазе надо типа понять, что бежать сразу к стене вести будет. На 40%. Посмотри, первые 160% ты, ну, у тебя почти АФК геймплей. Да. И дальше тоже. Так. Void Fury, смотри, мы немного по-другому делаем, не так, как они. Ты будешь в красной метке стоять, когда мы говорим сбежаться, бежишь в зеленую. После того, как эта огненная бимба срабатывает, обратно бежишь в красную. Зеленый кто там, хил стоит? Да, я там буду стоять. Когда говорим, отдаем там массивы, все сейвы, ты свои можешь их нарать, если в тебя типа прилетает. Вот у них в рейде они на радарах блинкуются, а мы просто сбегаемся все. Вот. И, ну, да, еще эти, если сейвы там надо сдавать, то жмешь там этот скин. Ну да, ты, наверное, уже видел. Ну кожа только если в тебя прокает, опять же. Так, теперь дикей. У тебя мастерство, надеюсь, там нормально, да? А, сейчас. Забыл. Пати раскинь нам. А, чё, пати не там? А, да, точно. Сманёте. У меня 58 мастерства. Всё, отлично. Есть у кого-то с собой сейчас вот эта хуйня? Не так. Вот. Побой есть в банке. А есть джиз. Отлично. Когда добыл. Поставьте джизса. Сейчас встану. У меня ботинки без этого. Без нитров. И поменяй еще хищеру с Арислин. А, подожди, стой. С кем? Сколько надо? Шоколад. 6-6. Кого поменять? Шоколад, хищера. Слушай, это мы если сейчас за 1-2 трая закрываем, блять, у нас еще времени много. Хватит даже на ульду десятку. Блять. Не, у Ринда ключ есть, вообще можно походить на Оголона, это же 3 босса только. Утюг разрушить, а Оголон все. Оголон не сложный. Просто Ринда заставьте, блять. Не, ну ты же понимаешь, я же не для себя. Тогда этот танк, когда мы говорим сбежаться, просто в босса сбегаешься. Ну и потом выходишь. Эй, рыбу туда. У всех где зацепление, у всех есть? Ну, давай по зельям пройдемся. Нет, у меня нет. Тебе, ну, поди не нужно, да, ты танчишь на той фазе. В эфире есть у тебя зелье? Нету. Выставляй на панельку. А еще раз саппорты все выпилим? Да, все саппорты пьем. Ну, у меня еще 18 минут саппорт. Кому нужен саппорт, давайте трейд в роге. Чем два? О. Вот так два. Похуй. Если у меня есть, все равно буду закупать скоро еще все. У меня же бабки есть. Жалко, что в минусе, но есть. А хаку рыбу поешь? Так, нет, всё. Я дикий мажу. Да, еще когда меняешься с Арислином, босса не двигай желательно. Ну, типа, и модельку Арислина встаешь, после этого таунтишь. И меняешься после кольца мрака. Да, тоже. Там увидел стаки, кольцо мрака прошло, потом поменяемся. Подождите, я отойду на пару. Угу, хорошо. ДПС супер, походу, потерял или нет? Потерял или нет? Не сохраняется. Нет, не сохраняется. Чистка мусора, нашел. Могу скинуть. Скинь. Наверное, это суперы. 24,5 дама, 24,8. А, блять, куда? Похоже на правду. Да. Сейчас я лучше вырежу. Вырежу лучше и скину нормальный канал. Подпиши. Угу, я уже. Нет, все сверху. Да, блять.
С двух сторон. Будем пулять. Ну, так, отошел. То мне завтра собираться что-то не хочется. Не выкаешь же еще. Да, ульда 10. Не, если мы сегодня убьем, блядь, типа, если хотите, идите сами, типа, и ВК. А, да, вот так ты, значит. Можно долю взять. Типа, блядь, я не хочу приходить с работы сразу, блядь, идти. Типа, я... Ну, если, конечно, Малча не убьем, то это будет печально. Тут... Да, короче. Сделать так, чтобы было не печально. Ну так все равно, мы даже если сейчас пульнем все с первого раза, мы и ВК уже не успеем. Так, так все, подходите к метам, подходите к метам. Еще раз, кто первый держит, я? Да. Ты скажи, меняешься с Реслином. И куда отходить? С Реслином надо поменять. Отходишь, короче, смотри, сзади босса, типа, смотришь, просто там сейчас метку. Оранж 10. Просто на оранжу 10, да, надо отойти. Мильки будут стоять в спине, стоять бить. Тебе просто надо левее-правее отойти, там, стеночки почилить. Чтобы, смотри, еще в чем суть. Ты можешь после каждого кольца мрака подходить, и чтобы стаки руника не потерять, вот эти вот, чтобы Т4 смог сдать, когда надо. В Ачире просто... сначала это диспелишь глю, потом хисеру, потом это, шоколадца, потом танк. Потом и себя. Там только стаки спадают, то сразу меняться. Подхожу, меняю, да? Да, становишься в фрейм, чтобы босс не двигался, потому что у него какая-то странная, не знаю, моделька. Он двигается быстро и там мильком сложно уже сориентироваться. Мне его типа ставить, вот как... Ну где стоит, там и стоит, да, там... Чуть-чуть его только поближе к стенке подведи. Ну, можно чуть ближе к стенке. Спиной к вам, к РДД, да? Да. А что, вот это вот сюда вот его поставь, желтый, прям. Ты, кстати, встанешь, и ты сможешь чуть-чуть отойти назад, там, прям капельку. Потому что, там, у него... Странная херня, да? Тебе надо макс рейдж набрать с миликами. Всё, вам всё. ДБМ пул. ДБМ пул. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Пресс. Я РНЖу не прописал. Слон нажал, бля. Кольцо. Пес подошел, убился у меня. Блять, ну босс слишком далеко. Может, можешь чуть-чуть пройти вперед. Давай чуть ближе встанем. А когда босс не танчишь, можешь просто отойти и стоять там. Вторые подки не пей. Я ему говорил про этот. Что он может стаки не потерять, подойти после кольца. И пусть подходит, потому что он в Т4 может не быть. Геру. Все кольца сбежались. Сбежались. Слава. Хаку хихера. Окей, падайте. А чё так больно? Вы не прохилили там ваншот? Я не видел. Да, точно не прохилили, это никогда не шутит. Ну ладно. Ну, теперь... Я не знаю, я оставил кое-что.
похож на более сильную ситуацию. Вы сейчас, когда сказали сбегаться, это все вместе, типа, стоим? Да, да. В танков, ну, типа, в босса заходишь. Там фаза есть, когда в кого-то чувак прилетает 1300 урона примерно. Я надеюсь. Ну, два огня. Я не в босс, блядь, это сова говорит. Ты в зеленую. А, это сова говорит. А, это не, зеленый. То есть, мне просто, да. Просто в ней стоять, да? Зеленый. Нет, ты просто можешь туда прыгнуть, там 8 метров раньше вокруг этого. Там ты стоишь в красной, стоишь в красной. Когда говорим сбежаться, просто в зеленую заходишь, эта штука можешь... появляется, огонь, взрывается, уходишь обратно в красную. Я же говорю, даже до конца к зеленую не подходить, там большой рейндж. Между красной и зеленой может стать, тебе хватит рейнджа. Ну, там просто надо поглотить урон от ТОЕшки и вернуться, чтобы... Разделить с челиками типа урон. Да. Там 3 секунды висит, взрывается и все, и надо обратно в скорое колесо. Рыбу ставлю. А, секунду. Суманите, тогда пусть рыбу. Что-то я затыкал. Билд? Да. Я думаю, что-то на... Ты нет. Грустно. Так. Что бы хотелось? Рыба, вам. На 20 минут на освоение, я потом убил, надо уже все. Угу. Если что, до когда скринлизинную фазу скинешь? Объективно, кстати. На не убивают, типа, молча. С первого трая. Не, я, ну... Если тебя там звать будут, имею в виду. Скажи, что в АФК на лизинной фазе стоишь. Блин, мы сегодня в МГГерху что-то убьем. Ну да, он легкий. Магика убьем, короли, я не знаю. Легкий. Мне кажется, мы на королях сдохнем. Короли легкие. Там все легко. Типа легкие, ну, блядь. Вот, все, гол. Он... Нет. Сегодня МГГер пойдет сейчас? Угу. Второй. Надо? Место есть? Может быть. Конец, собственно. Сопрот перепить. Хватит. Перемаз масло, просто все проверьте. Масла у меня нету, блядь. Типа я в понедельник, а не в понедельник вторые. Ну, наши типа пойдут, но я лишь не смогу, типа. Ну, если будет слот, пинганем. Ну да. Хотя у вас там шаманов, наверное, да и бенефини. Да. Один. В смысле? Во втором числе. А лемхи у вас и ректор, и... Ну, лем один, да. Так, гол, подходите. Нахуй вас прошу. ДК нормально все? Да, сейчас я поставлю кнопки. Просто смотришь на этот билд ДК и понимаешь, что как же хорошо. То вчера, блядь, это... Слэш ДБМ пул 6. Я хочу забыть вчера. 4, 3... 2, 1, пул. Крест. А чуть поближе там подожди. Не убился. А тут, блядь, микро рейндж, ты сзади стоишь, тут спереди. Отойдешь. Давай я что-то знаешь. На пару пикселей. Вот с фоллинганом было нормально, удобно. Он гений этого пикселя. Ну че, урон наш мод полутала, может быть, шкара не нужна, правильно кик? Блять. Чё ты там сказал? Хороший тих. Ничего не было.
Чё ты там сказал? Ну-ка повтори. Все хорошо. Ёбаный бес. Что с хуйня происходит? Почему он смотрит на ДК? Герл. Сбежались. Сбежались, да? Это чё? АБ. Разошлись. Быстро метки обратно. Блять, я заебался его пиздить в лицо. На ком агру босса-то? Он забей, он странный. Т4 жми и этот ресин сокрол. Т4. Куда не выходи ко мне, не убей! Куда ты бежишь? ББ. Так, Т4 это айбан, короче, он так называет, да? Големы, блядь, насрали, пиздец. Когда слышишь, жми Т4, жми айсбаунд. Да я думал, я его прожал. А, ну, мортал не было. Вроде нажал. Мы не на каждый раз сбегаемся. Когда огненная штука одновременно с кольцом, не надо бежать в меня. Ты меня убьешь. И себя тоже. Когда носится матч сейвы, типа айсбаунда и сокры, стои на месте. Господи, как же мне тут каждый КД эти совы суицидятся об меня, мне уже надоедает. Ты понимаешь, это же реально шиза, ты сидишь, кликаешь 1, 2, 3, тебе говорят сбегаешься. А потом вот у тебя уже выработалось, надо сбежаться через тайминг, а тут не надо сбежаться, ну все. Рейснить тебе не бежать? Рыбу! Там бежать? Нет, тебя не... хотя... Встань уже. Рыба просто в один застакалась. Сопроты, ебать, как удобно. Гард 50 же. Я забыл. Меня не разбиты просто везде, все по разным стакам. Вот бы еще масло стакалось. В одно большое тупо. На миллион зарядов. Когда-нибудь мы молча убьем с первого трая. Когда-нибудь мы перестанем одевать мага. Да, блядь. Ну, на каждую здесь супер жесткую шмотку роляет выше, чем 90. Чит. Мы все время говорили, что оперы супер сложный босс, а малыч супер легкий. Ну, каску лапайте. Каску. Плачет ВК лучше, там красная дырка. Угу, хапал это что-то колено. Одинаковая, плюс-минус. Ну, хапалу плохо. Значит, это плач хапалу. Все. Нет. ВП хапала. ДБМ. Хаскрит. ДБМ. Пал, конечно. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фейри, да, вот так удобно быть на танке. А имя беса привязывается к аккаунту? В смысле, нет. Не к аккаунту, поэтому к персонажу. Получается, надо сидеть и ролять нормальный ник. Да. Нокпад. Люби кол. Жуб кол, как в этом, в печке. Мне впадло это хилить. Кто не зайдет, надо це похилить. Аку, можешь правее встать? Я не хватит мозга на уровне отыграться. Я бы зашел. Че, носить что-то надо. Вообще не нравится.
Бер. Откату дашь. Так, сейчас после этого от кольца сбегаемся. Кольцо и сбегаемся. Сбежались. Это слиновый тхливый. Чего разбежались? Разошлись. О, как хорошо. Как сейчас по мане будет весело. Да, у меня уже, блядь, весело. Блин, если прям супер, сапог, Гаврилу он отойдет просто. Или я. Реслин, жми сокрой, это 4 жми. Не сбегаемся, не сбегаемся. Боевые свои, мама, там не прохил. Попробуем. Дебаф с меня, блядь, снимите, 10 секунд уже висит. Спасибо. Падаем? Падаем, конечно. Значит, чего убило? Его не дохилили. Ну, големы. Хлоу. Вот когда на прошлый КД мы вайпались, потом зашли, уверенно убили, бля. Уверенно убили, вот. Потому что ни одного голема в нас не прилетело. Курс держу. Ну все, роляем големов. Падает голем, сразу вайп. Это что получали? White Fury сам себя убил? Блин, не спорил. А, ну получается все. Получается так. Вы. Бля, я не знаю, как-то хуёво босса ретаунчить, если честно. Ничего не так. Мой бес очень чувствителен к этому. У меня каждый пул бес дохлый, нахуй. Бес осуждает и бесов. Я, блять. Я попросил Ури и Реги, и не зачарил ботинки. Держу в курсе, я 4 раза перечарил вчера ботинки. Почему? Потому что я чарил свои старые. Понял. За так интересно, блядь. Так, затрат. Где под големой вас тяжело всех больше, чем на пол хп держать. А на фул тем более. Я не знаю, я бы на диспойще как бы сделал просто макрос, который бы диспойлил сразу хила, а потом бы уже протекил нормально. Ну что, не знаю, там декурсить надо в 0-1 сразу хила, на остальных похуй хотя бы. Блин. Вон она. ДБМ пул 5 4 3 2 1 пул. Может быть хаку ПС давать? Пороки хуярить. А. Ладно. На этой фазе порча не так сильно дамажит. Хаку правее может. Там сова подгорает. Видите просто? Чуть-чуть. С големом. После кольца сбегаемся. А, сбежались. Шоколадик укуапли. Все, разошлись. Блять, порча на мне, он я в костюме.
Смотри. Так, жми Т4, реслин жми сокро. Очень изи. Значит, не перебал, я под дебафом отойти не мог. Так, говорю, подкрался. А сейчас после этого сбегаемся сразу. Сбежались. Я скинул, блядь. Разошлись. Как страшно с Арислином тут будет. Сава, Сава, отойди чуть дальше от нас, чтобы надо отбегать нормально на медиках. Слушай, у меня, блядь, тупо, блядь, удочка. Так, сейчас глю жми сокро через бабл, прям сейчас. Сывы еще надо будет тянуть кому-нибудь. Хисера, хисера. Разошли. Чем я тебе дал зубы? Не знаю. В моей голове было. Разошлись, разошлись. Сними. Я себя чую, мне надо сходить бить босса уже. Имя попроси. Убина, когда пока. Че, у Риона все будет? Мне некуда просто. Держи поиску. Че, подходить будешь, да. Нет? Блин, тебе надо или нет? Я поиску, да. А. Берла, быстро. Да, в целом, мерзом не надо. Нормально. Ты быстрее на позицию, иди свой. Блин, можешь подойти. Орион умер. Сам умрёт, блядь. 4 нажми, как только откатится. Голем. Глюха капля. Да нет, не ману. Он не ману закончился. Да бред. Да как его убил второй раз? После второй. Ну, после. Ой, ну короче, как его убил, блядь, вот вообще, да. Я убил второй раз. Забей, короче, как его убил первый раз? Просто когда он сдох. Не сбежались. Понял. Ну, на этот раз бежимся. Это был киловый пул. Ну, не считая того, что... Ну да, мы должны были вообще-то убивать. Но... Ладно, мне ман закончилась. Да я тоже что-то вообще высох, пиздец. Ты можешь просто нормально заранее заносить, когда тебе реально надо, ты все равно меняешься. Ты потратишь ману просто, там, не знаю, 70-60%. Сдай, ну, попроси Иннер, чтобы он делал. Не-не, Иннер мне сова сразу дала. Ну, я видел в КД, когда мы уже фаза заканчивалась, я имею в виду, пусть он первый сдаст раньше, чтобы два он мог скинуть Иннера за эту фазу. А ты потратишь какое-то количество маны, он тебе просто даст Иннер, ты опять фловый, и там уже до по откату откинет просто. Что тут, ну, тут у меня нормально, в принципе, было, типа, если бы вы... Короче, мне хватало, нормально. Хаку, хаку, баф не беру. Что-то с монорегом хуёво, да? Это явно так. Да здесь больше проблем не с монорегом, здесь вас хилить очень много надо. Из-за этого проблемы возникают. Ходить. Сейчас, подожди. А если на двое сходится?
Да, но если мясо моего не будете убивать, я в принципе могу делать билд на 1% воды. Это может быть 1% маны? Да. Ебать, реально. Это 5 талантов в помойку? 5 я не могу позволить себе. Чё, это где, в какой ветке? 4. 4, а это... А что на двоечку будет? Это 2% будет или что? Шанс. Чё за талант? А, шанс. Искусственное поглощение. Где? Ну, так обычно... У меня там мало не вкачано талантов, можем уж посмотреть, я думаю. От чего ты отказываешься? Это тестерки? Ну, в чём? Призыва? Я от шифе и от господства скверны. Угу. Вообще было, наверное, хайпово. Что, с ретрика нет? По идее, должен быть. Ну ладно, давайте сейчас. Да, если... Ладно, еще не зашел. Может, летать сделай, не знаю. Только не знаю, что по бесу твоему. Уже просто пизды получу тех. Просто маг вроде тоже рисует, там он. Ну, с аркан. Этот аркан нужен. Ну, у нас пойдет Стрелетрик должен быть. У Риона просто нет мастерства, нихуя. Давай РЧ пошли. Ну чё, может правда ПВАР попробует? Похуй на мастерство. Не-не-не, мы уже пробовали. Не похуй на мастерство. Когда его просто... шотнет, то и поймешь, что мастерка тут. Его просто переебало, пиздец. Он когда-нибудь соберет? Нет. Да блять. ДБМ. Мне, чтобы собрать мастерку, мне нужно составлять сердоли. Ну. 8. Ровно половину шмота. 7, так 6, что забей. 5. 5. 4, 3, 2, 1. Я не буду на это тратить 30к. Ты можешь ставить из ювелирки 3 камня. Уже дешево. Ты уже 150 мастерства. 3 не ссылка выбьешь. Они разбежались. Кольцо. Зерно можешь вперед? В эфории выйти из огня. Это порча. А, ладно. Ну. После этого кольца сбегаемся. Сбежались. Серого Леона. Зашись. Серого Леона звучало сразу. Сова, дай нам, пожалуйста. Кто ты? Так, ща тут надо будет сейвы сдать. Скажу. Арислин жми, сокрой, ты 4 жми. Давайте 700. Ух, это было очень близко, чтобы меня переебать. Так, после этого кольца надо бежать, будет.
Сбежались. А где? Разошлись. Блять, опять. Ну вот договорились. Это какой-то хуй. У меня 20 маны. Разошли. Бруслин, блять. Сейчас мы сейвим. Сейчас глю сокроном нажать будем. Жми сокрон. Урион с глю поменять. Урион с глю поменять местами. Пусть глю ману пойдет бить. Урион в печеньку. Ну или уйди, да, уйди, похуй. Да не, ну тут да, вообще. Тут шо с уроном тут? Литерли 4 голема стоит рядом. Ну это не, забейте вообще. Тут что-то с големом вообще они, блядь, падают. Это, а есть смысл в 3 хила пробовать? Нет, мы пробовали за ухо. Есть смысл обновить инсту? Давай, че, 2 пула максимум, и все. Чем тебе инста не понравилось? Чем вернулись? Ну ничего. Завтра потраим. Хорошо. Не, проблема в том, что мне регенить ману от Малча тоже хуёвая идея, потому что, блядь, я просто либо не успеваю регенить ману, блядь, либо не успеваю прохиливать. Сейчас просто очень было до хера големов, просто, блядь, там по мане я высыпаю пиздец. Шкаф пикнич. Просто если у вас есть возможность, всегда из големов выходить. Его не водят боссы? Ну, может поводить, но там тяжело координировать будет. Надо всю конструкцию нашу водить. Никто никогда не водит. В теории-то можно, конечно. Легче прохилить, чем водить. Но прохилить тоже нелегко. Ну с таким монорегом хуёво прохилить. Ну сейчас у нас лог будет с монорегом. Если вы беса его не проебете. Если вы беса проебете, я просто сдохну. А что, фростмаг меньше ДПС даст? Конечно, меньше. Намного. Намного. Ну типа, а зачем он? Там тоже монорег какой-то идет, как у ретрик. Лучше лук. Типа таван, чем фрутмаг спекнется. Баф не интеллект сингл. Yep. Давайте на духи и поели вот это. Погнали. Тут это не будет компенсироваться из-за того, что ну, он будет дамажить больше. Мы быстрее фазу переведем, меньше маны потратим. ДБМ, пул, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Сейчас будет супер гигабуст, я прям чувствую. Прям нормально. Нет, не будет. Будет. До сих пор будет. Сейчас зеленая хуйня въебала, блять. А, ну да, будет. Блять, сзади глюс, спереди ДКшка. Как так жить, блять?
Я не знаю, типа, стопать ли миликом на этой, но мстительная порча всегда, чтобы твои пумани не так садились. Но мы не будем дамажить в этот момент. 10 секунд целых. За ухо. Бить? Да, отойди. Мне опять убить хотели или что? Не достает, блядь, если нас с шаманом. О, понял. Это, кстати. Первым. После этого кольца сбегаемся. Бежались. Блин, хвапль. Меня успел поделить. Разошлись. Кольцо, кольцо. Бля, опять эти ебаные големы, они заебали уже. Я два бью, шаг назад забил. Если вас бьют два в один, хотя бы встаньте. Назад они. Подвинься. Слава, поднись немного налево. Рестлин жми сокрову, Т4 жми. Вот фьюри, хлапли. Все хорошо. Дальше. А не, ну пока, кстати, не так плохо. Ну, босса еще долго бить. Машина рвутся. После этого сбегаемся. После. Сбежались. Меня. Да, меня. Разошлись. Заберу. Так, сейчас там сейвы будет давать. Блю жми сокро. Свои сейвы жми. Вот он. Блядь. Мы разошлись, никто не пикается. Ничего не глыба. Глыба ж есть. Мэр. Да, давай, мэр. Только после кольца стоишь. Правильно, не стоит. Блядь, они дохуяли уже големов-то. Кого? Чё, после этого сбегаемся. Сбежались. Баф мага фул вообще. Зашлись. Хорошо горю, блин. Конечно, хорошо. Сейчас жми Т4, и сейвы нужно. Симпсонку эфир. Вот эфир дал сейв. Сим ББ. Блять, нет. Не угадал. Бля, 8%. Еще один на ману дам. После этого сбегаемся. Сбежались. Зашлись. Бля, 6%. Я не разумею. Хильте мы сейчас переведем. Кто танчит, я не ДК, бей сразу к стене. Так, вот к нам беги, видишь? Мораль, где? Куда все бегут? Туда подходи. И там в угол забивайся. Там вот дырка есть прямо. Там забились и стойте, все. Так, сейчас блю ему на огонь дашь. Жми ему. Синок наф, где ты? Сразу без сопротивления, маны нету. Могу массакру дать. Да-да-да, давай, сейчас. Давай. На
на ледяной рейндж просто набирать, все расходитесь влево-право. Там китай, что ты набираешь. На ледяной кому-то заебись, будут чилить, да? Угу. Я вообще сейчас 7 минут. Разошлись. Нужно набрать. И вокруг босса встаньте только. Не води его. Нет, встань, на месте его босс. Держи. Не води его. А Сингсонга не декурсите? Я буду бить босса. Да, Сингсонга не там долго ждать, 7 минут еще ждать. Так, на ДК скрин кидаешь, что опоздаешь. А, можешь, ДК можешь уже скрин закидывать. Не знаю, куда-нибудь там поищи. Вряд ли тебе дадут пизды. Че, мы регенимся, тут БР ждем, имеры, да? Да. БР. У меня просто АФК стоят, да? Можно БР. С танком меняйся. С танком только. Его шотнуло. Блять, не декурсите с Сингсонга, пожалуйста. А че вы не поменялись? Его шотнуло. А ну все, мы падаем. Ну, прикольно придумали. А стаки сколько там? Долго, да? Ну все, давайте. До завтра, просто, получается. Смотри, а если на один раз кинет бабу. Ну уже считается. И сколько у него там? 11 у него. Сколько? 12. Значит, до завтра. Че его шотнуло-то? Он на фул хп был. Астака на него сколько было? Да не очень много, 5, наверное. Медлякать. Давайте посмотрим. Его переебало с шипами на 17 тысяч. Раскауния на 11 тысяч. Раскауния на 8 тысяч. И автоатака на 10 тысяч. И все это в 0-0. Круто. Я говорю, на фух там, не знаю. Его просто ваншотнуло на 0-0. Ребят, что, сыграй в русскую рулетку, попробуйте его подержать. Еще. А с миллионом стаков справляется, по-моему. Не знаю, ну пойдем бабло, может, кем-то скинуть рандомно. Умножить бабло сразу отменить. Ну он уже, наверное, это сделал. У него сдержанность. Но он написал, а его не снимает. Его не снимает. А ну. Че, 5 минут его прохиливаем, да? Давай это как это, таунтить в кружок встанем, блядь, пидора этого поводим. Бля, я хоть 10 минут готов хилить, лишь бы, блядь. Не знаю, что там готов. Тут вообще без вариантов. Мы с Хисерой, там у нас слишком много ЗМК будет. До завтра. Это вообще парихас словил. А сколько у тебя мастерства? Да, кстати, у него он словил этот парихас. 58. Не мог. Ну, ему два раза. А, ну, ему чародейский расклад у меня дважды прилетело. Может, он Зухру где-то? Может, тут предъявляем в скурс. Да, короче, пезарь не хила, все как обычно. Факт. Так, блядь. Пох, что он зох 0-0, вы без, да ебаный. Ладно, ром. Ром, да. Через часик на РТ. Какое нахуй РТ? МГГ второго статика. Аэростатика, да. А. Охуенный билд, кстати. Насчет завтра. Я же...